Я сказал, что мы проведем некую ревизию в форме, значит, не причастности глав администрации к экстремизму. Это что такое? Как может быть глава администрации или руководитель какого-то органа власти причастен к экстремизму? У меня и таких полномочий нет, и, собственно говоря, я не думаю, что мы должны выявлять причастность к экстремизму любых граждан, находящихся на территории Республики Дагестан. Это прерогатива органов безопасности, прокуратуры, Следственного комитета. Мое поручение, которое исковеркано уже да нельзя, было по-другому определено. Давайте мы проверим личные дела тех руководителей, которые сегодня занимают ведущие должности, на предмет соответствия и выполнения всех мероприятий, всех требований закона о противодействии коррупции. Чтобы у нас не было вот тех историй, когда одна семья является, ну, таким, скажем, потенциальным кланом, да, и который на сегодняшний день может любые там какие-то организовывать действия и при этом не быть подконтрольной тем структурам, которые этот контроль должны осуществлять. Вот о чем речь.